городском округе продолжается реализация широкомасштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». В 8-й школе провели интерактивное образовательное мероприятие. Ребятам напомнили об одном из важнейших событий времен Великой Отечественной войны – начале Курской битвы. И не случайно, ведь сегодня наши бойцы повторяют путь героических предков. Урок истории провел председатель Совета ветеранов округа Станислав Сиднеев. В принципе, молодое поколение адекватно откликается на вызовы времени, в котором они живут. И поэтому, понимая необходимость участия в мероприятиях, в том числе и государственного масштаба, молодое поколение откликается. Этот день выбран не просто так. Это начало Курской битвы, после которого наступил именно тоже перелом в Великой Отечественной войне, уже победоносный. И мы тоже верим в это и знаем, что именно эта победа, вот хотелось бы ее ближе приблизить, и вот поэтому привлекаем людей, которые тоже должны быть заинтересованы стать плечом к плечу. После погружения в историю собравшимся показали документальный фильм и провели историческую викторину, а затем мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Волонтеры рассказывают, что научиться может любой, было бы желание. Химчанка Алла Игнатьева пришла на мастер-класс впервые. Говорит, что сейчас не время оставаться в стороне и нужно помогать бойцам на фронте. Надо помогать. Это даже доброе, хорошее дело. Я попробовала первый раз, а хочу сказать, что не так это сложно. Нужно просто подумать, посмотреть, сообразить, куда, чего, где переплетается. В принципе, легко. А вот Даниил Харин, ученик 10 класса, уже не новичок в этом деле. Здесь он не случайно. Даниил активно помогает волонтерам. Помогать своим ребятам, которые находятся там. Чем можем, тем и поможем, как говорится. Они нам там, им здесь. Маскировочные сети в 8-й школе будут плести на протяжении всего лета. И принять участие в этом деле может любой желающий. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.